Продавцов выгоняют из перехода на привозе. Люди говорят, им поставили ультиматум собрать вещи за неделю и закрыть свои магазины. А вот куда они могут переместить свой бизнес, им никто не пояснил. Большинство из продавцов торгуют в переходе уже более 15 лет, и теперь они могут потерять заработок. Решается судьба перехода подземного. Людей выселяют необоснованно. 16 лет простояли там. С торговой точки, да? Это? Да, с торговой точки, да. Ну вот мы просим, чтобы либо места нам дали, либо продлили, чтобы мы хоть раз продались. А что говорят, почему, с чем это связано? Ну никто ничего пока не говорит.